который не перед полом. Ой, и короче, еще раз, смотрите, блядь, я вот сейчас видел тот момент, это тоже важно. Вы бьете арена, блядь, напоминаю, вот крест, блядь, вы стоите, вот здесь бьете. Появляются фамильяры, вы сразу влево ебанулись и бьете, и начинаем слева бить направо, не справа налево. А то вы, блядь, через полкомнаты, пока добежите до одного, нахуй, то уже проведете хуй тучу времени. Все, все поели, давай, Андрей. Блядь. Открывай босса. Ой, как чай попил мне. А то если слева направо, да? Да. О, какая же пока. В принципе, на половине касты фамильяров уже можно бежать к этому. Ну. Вот, блядь, ваша милизона нахуй. А кто в квадрате стоит? На половине касты не надо бежать, потому что, блядь, РДшник и, короче, это. А где квадрат? Квадрат пускай будет. Стерли вы. Я кикнул. Стрелы. Кикните вместо меня тут. Эндрю убежал. Пинакалада. Ага, нормально. Михаил, отходи тоже, ты всю миллизону хуяришь, если не отойдешь. Эндрю. Просто забегать надо и все. А разморозить сейчас. И наколады опять. Стойте подальше, я же не ударил его. Ну, максимум же, держитесь от босса. Чем тут надо? Наколады опять. Я, может, череп поставил, блядь. Венец не делал. Венец, Шагера будет, готовься. Держишь, да, Андрей? Да, да, да. Еду, да. Чего не выносим? Стоим на месте, ребята. Ой, щит. Рога. Рога, рога, звездочка. Я вот сейчас. Рога разморозить, я с крестом разморозить. И следующий каст будет. Чем много летает? По артанизе крутит. Да погоди, да. Так отойдите от... Ну, типа... Бочек, разморозь иди. А, разморозь иди, хорошо. Да, да, да. Чернобыль, просили тебя опять сейчас. Беги, малышка! Зима, блядь. Да, да. Бой, Чернобыль, просили тебя. Вам не стойте, блядь. Сыгу я дали. Я выжил. Бля, я не знаю, как ты на ДК умер? Ты же можешь зеленку прожать. А меня в глыбу бросило, я в глыбе стоял. А-а-а. Ну, это хуёво. Я не понимаю, типа, ну... Что ты? Ты боб дал? Как это не просили? Это же там урона нихуя не было. Там тупо просила не было, и всё. Элементарно. Я ещё зафотал. Кто полутал больше одного стака? Я хер знает, я бегал и не смотрел, я подхилил. Ну, я нет, я ноль стаков. Меня ударило 5 раз по 8. Ну, типа... Я полутал, получается, один стак, и все, он у меня держался один стак. Как же и выйти первый стак? Я хуй знаю, я вот начинается, только начинается каждый зима, все, я начинаю двигаться, я начинаю холтать, бегать всех. Там, скорее всего, огненная стрела просто в кого-то попала, вот и все. Огненная стрела была на мне раз и на Роге раз. Я от всех отошел точно. Господи, я следил за этим. Раз. Короче, еще раз, блядь, начинается у нас зима, нахуй. В черепе остается ФДК, в звездочке остается у нас, блядь, танк. Все. Все остальные милики уходят за череп туда. Вы там рассасываетесь. Я, если что, могу 2 каста кикнуть подряд, у меня удушение и кик. Вот, ДК так же. Типа вы еще не должны стоять, вы не должны лутать, вы ешь урон. Так же вот сейчас на перефазе силы оверсилит лишний раз, потому что, типа, ну... вы отходите, или вы вообще не видите цель целина? Или прям каждый каст надо озвучивать? Ну вот, я...
Нет, тебя это не касается. Не, я не смотрю, я два раза каст сбил. Я сейчас говорю про мелику, потому что типа рандомные касты нельзя сбивать, сразу говорю. Огонь никто никогда не сбивает. Можешь прыгать только, типа, главное, чтобы ты не останавливался, и все. Там может попасться так, что когда прыгаешь, ты не будешь в тайминг попадать, и у тебя будет накапливаться, как на Хадире. Хуй знает, я вот, бля, вот смотри, сейчас приду, я вот, блядь, такого вот так рандомно скачу, вообще поебать, стак у меня. Ну я вот, смотри, начинаю прыгать, у меня один стак вешается, и все, и второй не вешается. Чё, как-то это, ну, либо частично, либо как-нибудь надо Андрюху разгрузить, а то это, Андрюх, ну тебе там кнопки надо жать, это жестко. Тут сова ебурит, как собака. Стоишь, ничего не делаешь, типа, и бьешь. Да ну, ты понимаешь, я, как ему, я не могу нормально ебурить, потому что я, блядь, туда смотрю, это смотрю. Я и говорю, что надо как-то подразгрузить. Да, что-то. Просто надо будет более, короче, рели чаще, и все, я чего не хочу делать. Собрались рыбу, пожрали, забафлились, погнали. Короче, я могу озвучивать прям каждый касс, ну, типа, вы вообще не можете никак вывести цели, чтобы видеть касс. Я озвучиваю закрытый касс, типа, ну, там, либо сами слышу озвучивать, типа, ну, вам же озвучивать. Типа, если ваш ник озвучили, значит, вам надо отойти от рейда. Либо стать звездочку. Ну, смотрите, самый проще вариант, если вы, блядь, плохо ориентируетесь, озвучили ваш ник, надо, не надо, блядь, если проебались, бежите звездочку. Все. То бишь, потому что есть такие моменты, кто не соображает, типа, вот, если у нас заморожен человек, типа, ну, и его надо разморозить, а он стоит звездочкой, и все. Также, когда озвучили каст, который заморозит 100% человека, просто назвали ваш ник, выберите звездочку. Все. А портал же можно в звезду поставить, ну, на всякий случай. Так он же портал. А стоит, все, понял. Извините. Он просто два раза не разморозил. Типа, ничего сложного нету просто, вот, ну. Ник озвучили, побежали, похуй, типа, не думай еще, на. Все, давай, Андрей, спускай. Ну пока никому СС не надо, но... Да я, блядь, не знаю, вот честно, нет такого, чтобы был нормальный трай, видите, что типа кто-то, блядь, прям люто слабый, чтобы сдать туда СС, вот честно. Все пока умирают, блядь, непонятно как. Но... Ты скажешь, когда он появится? Что сказать? Через 3 секунды примерно. А. Блять, я, у меня кик просрался. Огонь Чернобыль. Чернобыль. Я не кикну. Здесь. Огонь скип. Я лед. Разморозьте сейчас на next огонь. Звездочку начну. Бочек. Бочек, лед. Звездочку, ну, скажи, бой озвучи, значит, звездочку бежать. А. Надо тусы разморозить, нахуй. А как? Запротил, наверное. Меня наебали немножко. Фол. На колода огонь. Беги, малышка, беги. Саш, приготовься, давай. Саш, приготовься. Выражение такое. Ну я не знаю, рог тебе надо ускользание жать или что, я не знаю, как ты умрёшь. Или ты приморожен был? Рогу это заморозило, там как не улетел с самого начала. Видно? Ну, кстати, можете, типа, желтый жаг еще, может быть, на эту фазу, типа... Ничего, падаем! Так эту, да, фазу падает. Никто не бьет, смысл этой желтой жаги. Не, ну, типа, кто-то, блядь, доты там вешает, кто-то еще что-то... Милик, а доты стоят, не доты. Против. Прямого урона только работает. Ой, вернее, блядь, короче, стоят же... Фидикей бьет босса, танк бьет босса.
В зиме бить, тебе надо жить в зиме. Пока с нами все окей, я в зиме все кикаю. Все нормально. Я прыгаю и кикаю. Типа, можно не бегать по кругу, просто влево-право прыгать, тогда же будет лучше. Короче, смотрите, зиму надо выжить, похуй, вы должны зиме, блядь, прожимать, короче, свои скиллы, там, ускользание, короче, куши, хуёши, блядь, там, все должны отдавать, на. А, чтобы поразгрузить силу. А, я мастера вот не дал, кстати. Не надо, на первую зиму мастера он не сдается. У нас будут две зимы с нашим дефенсом. А, значит, я так и хотел. Вторая зима у нас будет, я вам озвучиваю детально, как будет происходить. Первая зима. Начинается, я всех хотаю, типа. Начинается зима, типа. Раз-два, там, блядь, давайте раз-два будете давать себе, потому что на раз-два-три что-то у вас не хватает. Раз-два считаете, короче, и отдаете сейвы свои, типа, условно. И у вас там есть, там, короткие, типа, по 6 секунд или еще что-то. То бишь, можете... Щиток все там повесить, фрост щит вот этот, который есть, типа, поглощение фрост урона, типа, мага. Потом что еще у кого есть там, прожать. А такого, 50 на 50 уроги, он работает с кем? Зеленку можешь прожать. Если 50-50 прожмешь, то ты баблу не сможешь потом прожать. Нет, я про урогу. Ну, если на зиме работать, то вообще роги, по роги урона должно быть. Там 2 минуты. У нас может быть зима, короче, через вот зима, фамильяр и зима, понимаешь? Типа обычно, вообще, типа, стандартная ситуация, за рано две зимы, типа. Рассчитано то, что зимы вообще не будет, типа, это просто звезды сойдутся, типа. Нет, на зима 100% переживается, там и все бопы, и все это есть. Там же еще масс-цеф есть, этот ДК. Вторая, в принципе. Это вторая. На вторую зиму. Вторая зима насилится именно так. Смотри, я хотаю, ДЦ щитует, плюс хотает, короче. И начинается зима. Даются все сейвы, которые у вас есть. Там бабл, глыба, короче, вся хуйня дается, типа максимальный сейв, типа. И с четвертой секунды там дается Жене зубы и капли условно. И он начинает силить под этими сейвами. До тех пор он стоит, прыгает, он не может силить. Короче, бобля не будет. Сейчас какой-то баг произошел, оставалась у меня стрела, это несбиваемая ледяная. Потом следующая стрела несбиваемая в бойчика, типа меня не заморозило, его заморозило. Ну, вылетело в него, то есть у меня не вылетело. Тогда, я говорю, было какое-то наебалово, потому что я вижу, что уже стоит человек в звезде, ну, я ж не пойду его замораживать сверху. Так, а стрела всех не замораживает, она типа только тебя заморозит. Там без разницы, хоть в другом человеке стоит. А у Еши только огонь, всё. Ну, по факту нам осталось только пережить это, да? Если мы эту зиму выживаем через боб, то все, на этом пиздец, я понял. Но венец пламени мы точно переживаем, правильно? Странно, я думал, это самый жёлтый газ. Дайте саппорт, у меня кончился, подайте, да. Дали? Может, я под АД? Не, не дали. Чисто так, поэкспериментировать. А? Можно я под АД побью, чисто поэкспериментировать? Я все равно в глыбе стою первую зиму. Да первую зиму ты не должен в глыбе стоять. Почему бы и нет? Ну ладно. Первая зима просиливается под бобом. Вторая зима, которой нету боба, вы сейвитесь, блядь, глыбами, бабами, МА дается сейвы в скибиде, все остальное. У нас будет две зимы, понимаешь? А у тебя КД сколько? 5 минут, ебнуться. Вы не рассчитывайте на лучшие варианты, вы идите на самый хуже. Лапа. Там, блядь, Все, зовёте. Я, наверное, тогда на этом щиток ДЦ накину. Блядь, слишком много кнопок на этом боссе надо нажимать, кошмар. Дека, первый касс убиваешь ты. Петька, да? С
спамить. Сейчас появится. Огонь пинколада. Робот, ты наоборот не подходи к танку. Огонь. Я наоборот отошел от него. Ну, урон утонул. Вы в черепе бейте, ребята, бейте в черепе спокойно, все. Просто если вас следит, вы отходите. Да, если ты в таргете, то просто отбегай чуть-чуть подальше от мини-зоны, дикий. Он ничего придумывать тут не надо. Обморожение пиноколады. Бойчик. Все, вот это весь геймплей типа этой фазы. Какая геинфернальная стрела? Нет. Венец пламени с темной. Где? Геру. Я, да. Я промахнулся, бейте каст. Огонь сбивать не надо, ребят, не туда, блядь. Не огонь идет. Отсюда вышло. Засунул. Звездочку на разнолове, следующий, кто там будет огонь. Как сбивается? Чернобыль прыгнет. Хорош. Когда? Бойчик. Зима. Да, бойчик. Зима, глыбу жми. Бойчик, глыбу нажми. Да, считаю до трех, как учили меня. Умерли. А чё ты в холле присте? Ты не просили в холле присте это? Эндрю выбежал. Блять. Да, присел падает. Тренируемся выбегать. Какаги выбежал. Зачем ты в холле приста спихнул? Ну попробовать. Бойчик. Вроде получше было. Не. Суть не... Смотри, понимаешь? Фишка ДЦ? Короче, ты, Андрей, как-то... я по тебе диван дал это. Там вообще не получается. Ты считуешь фамильяров. Без ДЦ мы фамильяров не убьем вообще никогда. Просто соло совсем. Андрей, снимай два быстрее, чтобы это... А тут вот сейчас кружок и хикки как сдохли? От чего они сдохли? От огня или от чего? У меня тикало просто, тикало. Второй стак повешался и один тик, все. По факту, ДЦ, мне кажется, первые три тика абсорбит зимы, нет? Ну, полтора тика. Да не, без ДЦ, типа, мы вообще не убьем, типа, можете даже не думать. У нас не хватит ДПС, а шо? Мы под Герой еле убили, короче, фамильяра под Герой. Они будут просто шотать людей, пиздец. Кофешка, пожалуйста, сразу, ребят, сугоньте. Типа соплю, типа вот эту молитву, по КД сбрасываю просто, и щиту, и ход, и все, типа. Да это молитва ебаная в ДЦ, она КДшится долго. Но она все равно хилит. Ну да, по КД дается. В кипресте там просто секунд 5, она или 4 секунды быстро откдшивается. И вешает еще щиток и обновление от 4 кусков Т4. Так она тут тоже в ДЦ вешает все то же самое. Ну только КД у нее дольше.
Ну, она же не одну цель хилит, она же по нескольким проскакивает. Ну, какой-никакой есть. У нее еще ренджак. Нам ебал тотем от могиль, да. Я буду. Сейчас будет. Сейчас пусть будет, а потом нет смысла поймать мастера огня. Почему мы, блядь, не кикаем? Ебаный рот. Ходы огня. Огонь, фитики. Сейчас огонь. На мне огонь. Тацун, выбегай за Мелизон, за череп. Сейчас Чернобыль еще не зацепил. Отмороженным там у Фолга. Звездочку размороз. Бойщик. У меня когда кик. Да ты кружком, ладно, зацепились. Я с тобой, я с тобой. Слева направо, напоминаю. На пол и в мага. Или в кого-нибудь. Дебаны, слава, вообще никто не проходит. Бля, наверное, надо всем для нагу делать. Ребята, напоминаю, короче, приходите у нас не все мирики, приходите у нас там условно, блядь, два. Кто стакает первый. Остальные добивают. Петя добивает, что просто. Блять, стол. Ты на колладу. На колладу ли? Еще раз. Какие видели тебя? Да. Короче, разучу. Чернобыля. Okay. Бойчик. Есть признатель сюда? Еще раз бойчик. Пизда ему. Есть Ленка. Эндрю. Черноб. Бойчик. Бойчик, хуй. Уфолок, нормально. Уфолок, вынес. Я вынесу. Ты на колонне положишь. Нормально. Чернобыль. Чернобыль, типа, портал. Поставь босса в центр, пожалуйста. Мне сейчас будет заметить, что с Мелизоном хорошо. Центр, босса, центр. Не в тур, не звездочку не ставь, не звездочку не ставь. Тотемов. Скибиди лед. Мяш. Вставай, забафали, сразу боб дай ему. Да. О, сейчас живем. Типа я фул без хила прожил. Ничего много упал, бэра нету. Ну это все вайп, типа. Давайте тренировать. Чё, может, венцы будут? Да чё время тратить, умирайте, просто не сильте. Раз 4 венца подряд мы убили, хап. Кучу садитесь, чтобы вас там это ебануло, это понятно. Короче, типа, ну, уже прогресс есть. Даже Женя упал у нас, я его бэрнул. Не профилили практически, я не знаю, просто... Чернобыль умер, нахуй. Камень там... Чернобыль там, не знаю, койл бросай в босса, чтобы подсилиться, если видишь, умирает. Камень же видит. Да, чего убила? Удивляем. Да, он третий стак лутанул и убил этим. Как?
Короче, смотрите, начинается зима. Вот просто начинается зима. Сосредоточьтесь на выживании. Не на домогательстве, не на ДПС. Просто выжить. Влево-вправо прыгай на месте, типа, не надо. Он не скидывается. Типа, если ты так лутаешь, все, типа, он у тебя остается. Тебе надо сразу же вправо-лево прыгать, либо бегать. Заранее, первый прыжок, да, типа, можно. Типа, смотри, вот. Типа, чуть-чуть дергаться не хватает, надо, чтобы персонаж делал шаг, понял, типа? Там, типа, понял, сетка на земле есть, типа, скажем, как программирование какая-то, и вот, типа, ты должен пересекать линию какую-то. Ты не пересекаешь, так идет. Сетка как программирование. В целках, а если... Блядь, ты можешь более-менее понимать. А если бежать нон-стоп? Ну, мы полутаем, скорее всего, этот огненный хрен, и все. Нет, а если бежать нон-стоп? Да ты можешь по кругу бегать на одном месте просто, и все. А, ну хорошо, а если в стенку упереться и... Нет, там же сетка программирования. А, все, понял, значит. Надо туда кеточку пересечь, я понял. Зачем буду бегать кругами? Примерно так. А мне кажется, типа там работает это. Каждые 3 секунды чек, ну, проверка происходит. Если персонаж движения, тогда скидывается. Нет, раз в секунду. Тык. Раз в секунду. Тык, 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 тык. Если персонаж стоит на месте. Пока там же не бежит, я минуту быстро. Женя, бежит, ты это портаетесь, покупайте рыбу, мне началось. Женя, бежи. Я другое делаю. Запряжку. Ах ты с... Не стриженная. А я видел, что рецепт 15 тысяч стоит. Месяца 2 назад. Тут. Кто-то потонулся за рыбы, нет? Да, просто это... Закиньте суп. Нет, я сейчас пошел. Я куплю фласок и масло. Колбасок ты купишь. Колбасок. Колбаски. Денег нема. Я ну могу. Да, я кожевку прокачал, тоже без балла остался. Я могу еще тринку одеть на 170 выносливости от пивовара, чтобы проще было. Для чего у Гомеля 2 танка было? Нахуя тут 2 танка? Ну, они не знали, что не работают стаки. А, типа от фамильяров эти или что? Нет, на этом боссе должны быть 2 танка, потому что на каждом танке стакиваются стаки, которые увеличивают урон по ним. Понял. Но на X3 что-то поломали еще на X3, и вот теперь только один танк нужен. То есть боссы упростили так в щи, потому что ДПС больше стало. На одного дамагера. И мы не справляемся все равно. Плюс, в принципе, его может дамагер танчить. Ну, типа, да, он же не больно бьет. Да, раньше там фул танки забивали в сопроты. 2. Не танчили, блядь, либо вардук. Так может тебе попробовать просто 4Т4 танка скидеть, все остальное, да? Ну, я не знаю, ну... Сколько там у тебя максимум прилетало? И на глаза. Да, херня прилетала по 10 тысяч. Ну, они на земле, он просто бегает по кругу. Ну, милишники. Да, если ему по 10 косарей прилетает, то он просто 4Т4 танковских ходить ради прожимки, а все остальное ДДшное, чтобы там шестерку давать. ДКшка у тебя нету спека с Бладиком? Мне кажется, тебе вопросы просто больше дал. Холды мне. Да, а? Спектр с Тифрастом, будет тоже с Тифрастом, какая разница уже. Не-не-не, это что? Слушайте, а вот там написано, что бесконечная зима используется при накоплении 100% маны. Да.
Это что, типа он как-то ману себе резает или что? Ну да, с каждым кастом. Какой ты ману себе резает? Да, видишь, у него 0 маны. Вот 232 тысячи у него будет, он кастанет один из трех скиллов. Угу. Все, я тут, короче, извиняюсь. Угу. Так, я захожу. Бля. У меня барабаны кончились. У кого барабаны? Есть. О. Тебе хватает барабанов, да? А что, если высасывать ману у него, он никогда не кастанет? Не, он отрегенит ману. Он одним кастом, как ты несколькими высосешь. Восстановить. Я вообще обметал сосать. Ну если два лока сосут. Но не сосут. Не, нельзя применить, у него ничего не отнимается. А сколько наручи с самоцветами стоят науки? Тысяч пять это стоит. Там пошмоты все нормально сейчас? Да, 40. Да там только штаны. А, ну давай, да. Гуляем. Бля, я уже заходить хотел. Заебись. Успеем, успеем. Успеешь. 10 секунд на пожатие и 30 секунд на появление. Я не успею, да. Уже нет. Шек, давай, давай, давай. Успел я, дальше я сейчас. Пиноколада. 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 Венес, готовились. Да уже можно делать, уже можно делать. Тут стоит венец, уже можно делать. Двигайся, лица. Пики. Опять разморозится. Луну надо разморозить. Это уже. Чернобыль. Луну. Хорошо. Вот. Кибиди. Вот. Нельзя в центр стали. Слева направо начну. Пояску по булочку дай. В Эндрю. В ДЦ. В ХК. Чернобыль. В меня. В Хакаге. В Эндрю. В Эндрю. В Чернобыле. В Пиноколаду. Пиноколаду. Нормально. Сбиваемый. Вот. Трусы надо разморозить. Разморозили. Чернобыля. Подойдите. Андрей, по возможности, залей меня в ману.
Там отдавал. Петя, давай. Зима. Чё, сейчас бобует, да, ребят? Да. Короче, дай мастера воду тоже, похуй. Да. Рога, пиздец, урон лутает. Ну, я приморозил и чихнул. А чё, был каз, который не сбивается, да? Да. Ну, там я мониторил, то есть я тоже, да. Вообще все сбивал. Ну, короче, надо, если вдруг несбиваемый каз в кого-то летит, это озвучивать, я бы хотел ШВ прожал. Следить не получилось. Мне стаков не было вообще. Стоп. Я урон не лутал. Я еще и под кошем был. Ты, значит, стрелы прилетело. Петя, ты второй день держишь босс, когда прыгаешь? Я держу, но я смотрел на стаки. И не понимал, почему у меня все-таки на стаке, хотя я на усоп бежал. Да, такая же фигня, один в один. Тогда прыгайте. Ты же понимаешь, либо рогу, либо... Хуй знает, ребят, я вот честно скажу, я вот прыгаю, блядь, со стороны на сторону, мне вообще нихуя не понять. Может, еще при этом ход и прыгать из стороны в сторону, именно прыгать в сторону. Я и прыгал, и по кругу прыгал, и туда-сюда пешком ходил, и круги нарезал. И всегда мне вешается один, и моргает потом два, один, два, один, два, один, два, один, вот так. Ресница таргетна, пожалуйста, не знаю, ну когда было или что, не пришло. Ну, можно, короче, вот скидывать, им. Нихера не работает нормально. Может, при прыжке просто больше расстояния засчитывается, как, типа, ты проходишь? Нет, так я... Я там бегал вообще хороший. Нет, ты... Смотри, ты ж во фросте ходишь, ты во фросте, ты ж можешь, ну, два раза лыву прожить. Могу, я чисто потестил. Так я выжил, ну, то есть, у меня вообще ноль проблем. Я даже, ну, меня не пробивает вообще нисколько. Ты еще ж под этим щитом. Да. У меня резиста больше 300. Лайфхак, если прыгнуть в каст зимы, типа заранее, то мальстак. Окей, давайте, блядь, просто идем ва-банк. Давай рассчитывать на одну зиму. Похуй, типа, давай на эту зиму отдаем все, блядь. Баблы. Все отдаем, да. Типа, на одну с расчетом в одну зиму, короче, идем. Первая зима, вторая зима, чек и прок. Мне кажется, что сейчас было, ну, прям очень хорошо. Нет, да. Ну, мы половину босса убили, и вот зиму только. Понимаешь, нечего хорошего, потому что у нас один мертвый, два мертвых, все. Если один мертвый, еще конечно, ну да, это же свайп. У нас с начальной механикой уже разобрались люди, уже все. Да, я так и не понял, как не лутать урон от земли. Вот сколько не пробовал, что ты будешь все равно лутать. Ты что, двойной урон лутаешь или единичный? Единичный будет лутать урон все полностью, всегда. Как бы что-то ты не делал. У кого-то же вообще не прилетает урон, я смотрю. Не прилетает. Всем прилетает, просто у кого-то больше абсорба висит, условно у бойчика висит там щиты, поглощения. Короче, я сейчас ШВ буду отдавать, да? Так еще, Петя, смотри, рассчитывай тот момент, потому что есть такой момент, вы стоите в мелизоне, да? Типа, если вы где-то лутанули урон, и с вас щит слетел, вы можете заходить в зиму просто под дебафом ДЦ, типа он вас не щитует. Это само собой, да. Ладно, разберемся. Так, давайте. Готовность. Но меня убило сейчас тупо приморозкой. Так, Питер, короче, давайте сейчас все, блядь, на эту зиму ШВ сдавайте, все сдавайте. И, ну, типа, будем тут так играть. Я больше не знаю, что придумать. Ну да, вдруг повезет и будет одна за это. Просто прям очень сильно чувствуется, что типа не выживает и все. Ну да, в этом проблема всегда была. Там-то у нас на X3 был Эрдру, который всех держал вообще. Ага. Нужен Эрдру с Волониром. А, ну кстати, да. И все заебись будет. Тема. Не, ну волонеру Эрдру мало абсорбит. Хпал нормальная тема.
Ну, хэпал тут не побегает одновременно. Ну, типа, там же от каждой ходки он вешается. Типа, на сколько? На 500 по глотам? Да, блядь, ребята, я его совещу ходу, типа, ну. Ты накладывал уже. Ты, блядь, сразу заморозил. Заморозь, это, наверное, слабый фильм. Так, ладно, разморозь, я, ну, блядь. Да, он не видит. Там еще босс. Ну, он как Андрей выглядит. Андрей выглядит. Я 5. Ну, типа, чтобы разморозить любой объект. Ну, поделок. Петя. Хахаги. Ребята, быстрее миллизоны отходите, потому что вы, блядь, всех наносите урон. Всем просто. ДЦ, 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 ДЦ. Хорош. Звездочку. Эндрю. Эндрю, 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 Эндрю. Бля, я взял, дал, блядь, ебаный звездопад, нахуй, с баром. Бесконечная зима. Просильте, просильте. Все, давайте, все, давайте, что есть, нахуй, лока просили. Че меня убил, блядь? Ну, меня убил этот инфернальная стрела. Да все, блядь. Кучу садитесь, все. Дал диван по Жене. Круг, не беги сейчас сам, ем. Короче, это, я понял, где проеб еще. Здоровый вас. У нас резист огня не стоит же. Так я ставлю резист огня до зимы, а потом на зиму ставлю лед. А вот на зиме огонь не убивает. На вот на зиме огонь не добивает нас. Короче, ладно, не буду мешать. Извиняюсь, я через часа полтора. Можно тотем поставить. Здорово, здорово. Гадем. Короче, Женя, ты на зиму ставишь резист огня. Тогда мы убери, тогда мы убери. Теоретически, МП5 на тебе висит, это ты МП5 не нужен, его можешь всегда держать. Давайте я так сразу же там резист огня. Да, ты от огня сразу ставь и держи то там постоянно. От льда отдаст Сацуну и все. Что-то там пробежал уже. Просто да, у нас прям чувствуется, что это, короче, типа вот, не хватает где-то там 3000 хп, чтобы срезало или две там. Ну да, это как на X3 так же, то есть чего-то не хватало, умирали. Точно, блядь, ауры от льда не хватало. Точнее, от огня. Я начал щелкать туда-сюда, не помогло, потом тотем поставили и все нормально стало. Это прям, по-моему, более чем убиваемо сейчас вот текущим составом. Ну, это теоретически, главное, чтобы нам чуть-чуть повезло. Ну как, чуть-чуть. Слышь, это сейчас незыблемость была, да, Т4? Че еще раз? Незыблемость от Т4 была сейчас на земле? Да, было, асбаум был максимум. Теоретически мы, в принципе, под своими прожимками можем взять и пережить. Под попом, всей хернёй, да. Теоретически должны. А вот вторую зиму уже под незыбкой переживать, потому что там хотя бы пару человек умрет, остальные останутся и там добить. Нам 4 каста по факту пережить. Если все прожимают все свои сейф-обилки, то мы переживаем первую зиму без потерь. Напишите. Ну, Глада, давай, пожалуйста. Значит, там еще написал, 5 минут его не будет. Да, поесть хорошо. А если приз под зубами гимн будет петь? Не умрет. Настакаешь, и потом тебе по окончанию зубов просто шотнет сразу и все.
В зубах, мне кажется. В зубах шотнет. И в зубах шотнет. Там за 3 секунды 18 косарей прилетать начинает. За 4 уже 36. Так, 30 минут до штанов. Че, я кину на ролл, получается? Да. А что там за штаны? Кожаные, что ли? Да, кожаные. Ой, хорошие штаны. Штаны хорошие. Лох. С тема сокетами. Два синие, одно на мастере. Или все синие. Я хочу попробовать похилиться. Ну, типа, у нас такого варика нет в данный момент. Я вот, типа, еще на X3 мне говорили то, что хэппал тут все выхиливает, как нифиг сделать. Вот я нет, специально сажу. Андрюх, в теории, типа, тут ТРДД лучше, чем мили. И, типа, если... Хотя, а кого мы ШП уберем? Ну, ШП 4-4, но... Кстати, мне кажется, у него даже в големов побольше урона будет, потому что ему не настакиваться не надо, ничего делать. Ну, это так, я не знаю механики ШП. Сколько я фамильяров дал на предыдущем пуле? $715,000. А что так? Я просто не знаю, как там хэпал будет моменталками хилить, и Иршаму и хэпалу надо кастовать. Как он на зиме будет хилить? Никак, наверное. Хэпал две цели хилит как минимум, он может... Ну две-то это понятно, но это ты считай с одним стаком стоишь, когда ты свет небес прокастуешь, у тебя уже второй стак получается. Во-вторых, масс-сейв еще один. Ну масс-сейв, да. В-третьих, я могу две зимы стоять. А, ну да, две зимы могу стоять. Я в шипешнике тоже могу покидать обновление. Да у нас если типа менять, смотрите. А ШП может в тучку. Ну, типа, вот так вот. В точку, блядь, ШП может. А сколько зима? Мы без ДЦ фамильяров не пройдем. Не, ну да, без ДЦ фамильяров не пройдем, это согласен, ну, типа, да. Го в 3. Не, в 3 хила это мы фамильяров не мы на стаках фамильяров умрем, мы и так упорим. По фамильярам топ урон получается, да? Да. Нет. Ну, я на предыдущем трае. Так основной ДПС мы тени рано мы просто бьем. Вот бьем. Появляются фамильяры, мы там брустим, типа. Идет, короче, венец, мы брустим, типа. Все, типа. Остальное время все мы просто, грубо говоря, чилим, выжимаем. Ну, типа, и дамажим. Физики, ты же не отдаешь бурсты свои. Но в принципе, нам по фамильярам хватает урона, да? 10-3 даю фамильяров. Типа я... Остальное мне минуту. Ну, Герну фамильяров дашь, а потом у тебя следующие фамильяры будут, что ты будешь делать. Ничего. Ну да, когда фамильяров убиваешь, босс от этого не умирает. Не. Не, можем и так вообще, ну типа, по мне не надо ничего придумывать, у нас все в порядке. Нам один хотя бы ради прикола один раз выжить. Единственная проблема сейчас зима, да, с ДПСом совсем все нормально. А есть вариант кого-то не хилить? Меня. Я выживаю, по идее. Зеленый. Зеленка и плюс незипка. У меня две глыбы. Не, без глыб же. Без кило. Подумал этот и все. Ваня хотел рога играть. А сам босс во время зимы стоит же, да? А, да, стоит и кастует. У роги что там, ложный выпад? Прохиливать надо, получается, только друида, шамана, лока. Друид дубовую кожу отдает. Дубовая там минус 20, так слабенько. Ну, минус 20 это почти как айсбаунс, ну, типа. Только раз в минуту. Ну, лок шаман получается самый слабый. А у лока есть эта фигня, которая с петом делит урон? А, нету. Фигово.
Это в демона надо спекаться. Да нет, там дестрики с этим талантом бегают. Ну ты пвпшер. Нет. 5, 4, это дефолтный 3, талант для дестриков ПВЕ. Я не видел таких. А, может я не помню. Да я, блядь, дестрики не играл. Там берется... Короче, просто связка берется. Даже. Ну типа, потому что бес умирает часто. Ага. Потому что это слишком сильная фигня, 20% просто минус урона. Всегда. Ну он же... Ну у Лока отхил заебись идет. Отпорчит всякой хуйни. Шаман. Шаман, друид и прист. Бля, я издыхаю уже который раз. А так ты реально, ты же без связки души. Она только в дестрике? В дестрике, в демоне, я не знаю, в афлике берут, нет. Ну, скорее всего, нет. Мне кажется, вообще есть прям очень большой смысл аспектнуться туда в демона. Это ты не будешь умирать, даже если ты чуть меньше будешь давать. У нас остальные все апнутся, ребята. Ну как, у нас их немного. Андрей, я и ДК обоим даст чуть-чуть. Ну, короче, как... В демоне еще можно бурстить в этих, в големов. Короче, там же есть бурст у демона. Форма. Есть такая. Ну вот. Ну у этого. У Вани была разница в 1000 ДПС. Типа, давай, там... короче, давай. Давай ты в демона. Получается, у нас будет плюс 2% каски нормальные, Филиппан. Крик не надо будет, и будешь бесом. Плюс будет СПД, плюс бесом? Повышенный. Это плюс ХПС, между прочим. Плюс СПД будет повышенный, типа. А. Типа. Ну главное, чтобы ты сильно ДПС не потерял, и все. Ну, может, типа, а что, демоны с бесом, типа, бегают, типа, ну... Нет, ну просто я видел заявки в гильдию Энза, там, какой-то демон-лог, у которого нет талантов на беса, стоит символ на беса, и вкачан талант на этого, на стража, и апнут страж. Типа, вот такие вот демоны бывают. Нет, можно шкаф, пожалуйста? Все здесь? Шкаф, пожалуйста, и рыбу сейчас ставим. За сопротом бегал. Все здесь, да, Андрюх? Да. Ну типа, бля,